24 августа наступит 40-я годовщина трагедии над Завитинском. В память об этом событии состоялась премьера документальной картины «8 минут до земли» режиссера Анастасии Сарычевой. Фильм посвящен авиакатастрофе 1981 года, когда из-за несогласованности действий военных и гражданских диспетчеров экипажи самолетов Ан-24 и Ту-16 столкнулись на высоте более 5000 метров. Тогда чудом удалось выжить только одной пассажирке – амурчанке Ларисе Савицкой. Она вместе с мужем возвращалась домой из свадьбы. Путешествия. Лариса 8 минут в полном сознании падала до земли. Она контролировала себя, она принимала решение, как спасаться. И сложности на этом не закончились, потому что ей пришлось 3 дня выживать совсем одной в тайге, пока ее найдут. О том, что ей пришлось пережить за 8 минут, героиня рассказывает в картине от первого лица. Однако немного ранее на основе этих событий был снят художественный фильм «Одна». Лариса Савицкая была его консультантом. Мы прям детально сделали сцену падения самолета и столкновения по ее рассказу. И зритель вот реально вот, ну, как бы оказывается вместе с нашими героями и вместе как бы влюбляется, вместе падает и вместе выживает в тайге с главной героиней. Авторская группа проекта «Одна» отправилась в тур по Дальнему Востоку, чтобы пообщаться с людьми, которые еще помнят эти события, и провести премьерные показы документальной картины «8 минут до земли». Начали с Благовещенска, так как это место, где произошла катастрофа. После посетили Хабаровск и Владивосток. Основной отзыв от зрителей, что это кино, после которого хочется помолчать. Таких случаев вообще в мире, их единицы, наверное, если я не ошибаюсь, там 3-4 случая, когда человек падает с высоты более там километра вообще, или даже с высоты просто более там 20-30 метров и остается в живых, да, вот, и здесь этот случай уникален не только даже тем, что она упала с высоты там более 5 километров, да, а то, что ей позволило спастись, вот, не только чудо, конечно, это безусловно чудо, это, там, я не знаю, невероятное стечение обстоятельств, да, но еще ей позволило спастись ее внутренняя какая-то жажда к жизни. Официальной даты выхода художественного фильма «Одна» на большие экраны пока неизвестно, но со слов авторов проекта, скорее всего, премьера состоится 8 марта 2022 года, так как это история о сильной женщине. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.